Символы Сочинской Олимпиады продолжают свое шествие по республике. Участники эстафеты в Чебоксарах дарят факелы школам, домам культуры, музеям. Сегодня известная спортсменка Светлана Захарова привезла олимпийский атрибут на свою родину в Урмарский район. А заслуженный тренер России, который воспитал множество легкоатлетов, передал свой факел спортивной школе Новочебоксарск, где он работает и по сей день. Сегодня на тренировке мастера побывала наша съемочная группа. После эстафеты в столице Чувашии символ Олимпиады прописался в спортивной школе Новочебоксарска. Подарок от тренера выставлен на обозрение всем прямо у входа среди других наград. Факел, который стоит ни много ни мало 13 тысяч, он мог бы оставить и себе. Но стальное перо жар-птицы заняло свое место на стенде славы и почета. Возможно, что символ сочинских игр будет не только напоминать о победах, но и привлекать молодежь в большой спорт. В это Михаил Кузнецов верит. Но здесь каждый человек годами это будет смотреть и, наверное, будет привлекать не только себя, а своих детей. Мне вот этого в первую очередь хотелось. Я очень хочу, чтобы наши люди занимались физкультурой, оздоравливали и получали заряд бодрости. Стены этой школы для тренера уже давно стали родными. За 20 лет он воспитал немало известных спортсменов. Именно здесь проходила подготовку будущая чемпионка Олимпиады в Барселоне Валентина Егорова. Золото марафона – первая победа Михаила Кузнецова в роли наставника. Но далеко не последняя. Его подопечные покоряли Олимпийские игры, чемпионаты России, Европы и мира. Тренер говорит, что дело не только в технике. Отбирая спортсменов в свою команду, он обращает внимание на их характер. Бывает, спортсмены иногда сильные, но они, если, ну, скажем так, нарушают режим, если у них в голове ветер, или, скажем так, если для этого человека это не важно, честь Родины, а бывают очень сильные спортсмены, но бывает, что они на финишной прямой могут быть не смогут бороться именно вот в клетку последние 5-10 метров, выиграть этого спортсмена. Не раз подопечные тренера вырывались вперед, когда до финишной прямой оставались считанные метры. Бронзовый призер Олимпиады в Лондоне свою победу не верила до последнего. На марафонской дистанции смогла обойти двух сильнейших спортсменов и подняться на пьедестал почета. Полгода назад Татьяна Архипова стала мамой. Но несмотря на это, она не планирует пропускать очередной сезон и уже приступила к тренировкам. Потом в 2015 году, в 2016 году она очень мечтает о том, чтобы опять сразиться с этими черными спортсменками, своими соперницами и достойно выступить на Олимпийских играх. Своих подопечных тренер нацеливает только на золото. Сейчас они усиленно готовятся к национальным и европейским стартам. Но планы на перспективу подготовить чемпионов в беге на 3 километра с препятствиями. Это единственная медаль, которой пока нету в копилке спортивного мастера. Андрей Ковалев и Сергей Рябчиков. Республика.